Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня видео посвящается новинке из 14-го каталога Oriflame. Этот каталог посвящен 45-летию серии декоративной косметики Giordani Gold. Это одна из моих любимых серий, и вышло три новых помады с эффектом звездного сияния Giordani Gold Iconic. Помада произведена в России. Она имеет очень красивый дизайн, золотистый футляр, инкрустирован сияющими кристаллами. Помада ухаживающая, с антивозрастными свойствами, с высокой пигментацией и невероятно красивым мерцанием. И самое главное, что мне понравилось в этой помаде, она увлажняет губы и делает их объемными. Сейчас мы с вами попробуем первый оттенок 408-21, сияющий пурпур. Немного непривычно наносить яркий оттенок помады без контурного карандаша, но тем не менее сразу видно, насколько она мягко, сочно ложится, какие у меня стали сексуальные губы, мне кажется, такие притягательные. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам этот цвет и заказали ли вы себе уже какую-то из помад, потому что я ждала с нетерпением попробовать сначала все оттенки, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. А я перехожу к следующему оттенку. Переливающаяся роза 408-22. Кстати, в состав помады входят масла органовое и яблочных семян для питания и увлажнения кожи. И я прям чувствую, насколько мягкие губы, когда я наношу эту помаду. Она очень эластичная и приятная. И обладает легким ароматом. Пробуем следующую помаду. А я жду ваших отзывов. Мерцающая бронза 408-23. Итак, мы попробовали с вами все три помады, а сейчас попробую их на руке, чтобы у вас была еще более понятная картинка, как выглядит эта помада, чтобы вам было проще выбрать оттенок для себя. А также буду рада вашим отзывам, какая помада вам больше всего понравилась на мне, первая, вторая или третья. Сияющий пурпур 408-21. Яркая, насыщенная. Мне на самом деле эта помада понравилась больше всех. Мне очень нравится ощущение на губах, мягкость, кремовость помады. Она так прекрасна. Следующая помада — переливающаяся роза. Я делаю специально побольше объем, чтобы вы увидели, какое прекрасное мерцание. Кстати, когда я стирала помаду, я заметила, какие красивые микрочастички сияющие, они такого серебристого оттенка, это не золото, а такое прям звездное свечение остается на губах, даже когда я уже удалила помаду. И завершает мерцающая бронза 408-23. И вот у нас такая бронза. Посмотрите, в сравнении с цветами в каталоге я могу сказать, что цветопередача достаточно хорошая. Единственное, мерцающая бронза в деле выглядит немного светлее, чем в каталоге, и переливающаяся роза тоже, я бы сказала, она немного посветлее, а вот сияющий пурпур, в общем-то, совпадает, потому что и сам оттенок более такой плотный и яркий по сравнению с двумя другими оттенками. Вот такой у нас получился обзор. Надеюсь, вам видео будет полезно для того, чтобы вы определились со своим оттенком, а я вам желаю самых приятных впечатлений и шикарных комплиментов вашим губам. До встречи, с вами была Лилия Донскова, пока-пока.